Дорогая Шуша, так называется международный велопробег, стартовавший сегодня и приуроченный к столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В церемонии открытия с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, президента Федерации велоспорта Азербайджана Мадата Гулиева, а также вице-президента Федерации и спортсменов было отмечено, что это соревнование будет проводиться в Шуше уже во второй раз. Соревнование стартовало в велопарке, расположенном в Сабаейском районе Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют расстояние 150 километров и пересекут финишную черту в Шамахинском районе. 8 июня спортсмены проедут чуть более 176 километров по маршруту Габала-Щаки-Габала. На следующий день 170 километров от Габалы до центра Гянджи. 10 июня около 103 километров до Гёйгёльского национального парка, сначала совершив круг по определенному маршруту в Гянджи, а 11 июня примерно 135 километров от Белягана до Шуши. В турнире за медали поборются более 100 спортсменов в составе 16 команд из 14 стран. Соревнования пройдут в формате групповых шоссейных велогонок и позволят заработать лицензионные очки на летние Олимпийские игры Париж 2024.